У дома номер 170 по улице Ташкентской работает строительная техника. Совсем скоро самарцы смогут с комфортом проводить время в обновленном сквере. Раньше отдыхать здесь не представлялось возможным. Раньше здесь был пустырь, здесь были заросли, были несанкционированные гаражи, целый массив, порядка 20 штук. Вот они на сегодняшний день уже все убраны. Были, в это сложно поверить, но даже огороды. Заброшенные огороды с 70-х, 80-х годов, которые не использовались уже длительное время, но заборы, какие-то остовы от теплиц. То, что территория нуждается в обновлении, стало понятно после реконструкции улиц Ташкентской к чемпионату мира. Жители решили принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды, проголосовали за обновление сквера и победили. Свои голоса за преображение городской локации отдали 24 тысячи человек. В рамках муниципального контракта у нас предусмотрено полностью устройство новых пешеходных дорожек, устройство полностью газонов, это с выборкой грунта завоза нового чернозема, устройство газона, устройство полностью освещения, устройство малых архитектурных форм, это лавочки, урны, более 100 штук у нас здесь будет установлено, также устройство детской и спортивной зоны. Сейчас на территории площадью 10 тысяч квадратных метров полным ходом идут работы. Подрядчик проводит подземные коммуникации, подосвещение и автоматический полив. По плану, сквер на улице Ташкентской должен полностью преобразиться к 1 сентября этого года. В свою очередь местным жителям предстоит придумать название для обновленной территории. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.